Добрий вечір, це «Тема дня» і сьогодні ми поговоримо про шляхи вирішення проблеми безпритульних тварин в місті. У нас в студії голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста, депутат Миколаївської міської ради Олексій Лєпішев. Олексій Олександрович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір, уважаємі телезрителі. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76-92-33. Проблема безпритульних тварин у Миколаєві постала гостро всередині липня 2018 року, коли з'явилась інформація, що 70 собак, що перебували на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин», піддали евтаназії. Ця подія сколихнула громадськість. Відбулись акції протесту під стінами мерії. Зоозахисники вимагали звільнення директора КП Олександра Голобродського. І досі тривають там перевірки діяльності центру під його керівництвом. І ось у вересні міська влада ініціювала проведення соціологічного опитування 23 жовтня. Центр дослідження громадської думки «Наваль-Експерт» оприлюднив результати соціологічного дослідження ставлення миколаївців до вирішення проблеми безпритульних тварин. Давайте познайомимося з цими результатами і ми. На пропозицію мера Олександра Сінкевича провести соціальне дослідження відгукнулася одна компанія «Наваль-Експерт». Опитування відбувалося з 1 по 10 вересня, респондентів обирали випадково. Всього опитали 1080 осіб. Тезові опитання були наступні. Чи виникало відчуття страху при зустрічі з безпритульними собаками? На що 65% респондентів відповіли так, 33% – ні. 46% опитаних були свідками або атакованими агресивними бродячими собаками. Головне питання – що робити з безпритульними тваринами? Один варіант, ну, скажімо так, радикальний. Це так званий безповоротний вилов. І другий варіант – ліберальний по відношенню до собак. Це відлов, стерилізація і випуск. Ці два варіанти – набрали приблизно однакову кількість голосів. 48 за безповоротний вилов, 47 за випуск. Олексій Олександрович, будь ласка, у соціологічному дослідженні брались до уваги два варіанти вирішення проблеми. Але сьогодні на розгляді постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста є 4 програми вирішення проблеми безпритульних тварин. Це так? Це вірно? Да, дійсно, це так. На сьогоднішній день на нашій профільній комісії знаходиться Дві програми знаходяться в ЖКХ на сьогоднішній ще день, вони не подані на нашу комісію. Тобто наша комісія на даний момент розглядає дві програми. Одна програма ЖКХ. У ЖКХ всього представлено 3 програми. Одна програма ЖКХ, скажімо так, Центр захисту тварин. Вторая програма представлена депутатом городського совету Веселовської Ларисою Ігорівною. Также представлена программа. На сегодняшний день мы рассматриваем и одну, и вторую программу, принимаем решение и отправляем в сессионный зал. В сессионном зале депутаты должны принять решение, то, по которому город Николаев, его жители, гости, а также животные будут жить дальнейшие 3 года. Я могу коротко остановиться на целях каждой из программ, которая представлена нашими депутатами, также чиновниками. А также мы в дальнейшем перейдем, наверное, к цифрам каким-то, и нам будет интересно. Мета программы ЖКХ Центра захисту тварин. Следующее. Сприяння, забезпечення безпеки та комфорту мешканців та гостей міста Миколаєва шляхом регулювання численності та зменшення до мінімальної можливості численності безпритульних тварин на території міста Миколаєва. Гуманними методами, відловом до умов численного законодавства,
відповідно до умов чинного законодавства, та як наслідок покращення санітарно-екологічної та епізодічної ситуації у місті, формування умов для повноцінного та комфортного спілкування людей і тварин. Це програма житлово-комунального господарства? Це програма житлово-комунального господарства. Вона видит для себя цифру. С полной программой, это мета программы. С полной программой можно ознакомиться на сайте городского совета, которая представлена и размещена на сайте. Цифры этой программы заключаются следующие. Мы видим, что эта программа, на реализацию которой нужно потратить из городского бюджета, много ни мало, 15 миллионов 15 тысяч гривен. Но в этой программе предусмотрено также заработок, который в дальнейшем исчисляется в сумме 380 тысяч, которые будут заработаны за счет того, что будет проводиться, возможно, чипование для собственников собак, также стерилизация собак, кто-то тоже решит для себя стерилизовать свою собаку. Это все стоит на самом деле денег, поэтому это все будет идти в бюджет города Николаева в наполнение и в дальнейшем будет использоваться для реализации этой программы. Олексій Олександрович, я перепрошую, у нас є дзвінок в студію, давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я бы хотела, чтобы мне объяснили доходчиво. После гуманного отлова и стерилизации, где уверена, что эта собака не будет потом нападать и кусать? Спасибо за питання. Будь ласка, Олексій Олександрович. Собака будет, я думаю, что выпускаться на место отлова. Во-первых, мы на сегодняшний день говорим, подождите, давайте рассуждать так. На данный момент не принята ни одна программа, поэтому мы не можем говорить, какая из программ сегодня будет работать. То ли та, где на место выпускают животных, то ли та, где агрессивных животных будет подлежать усыплению. Поэтому, как выберут депутаты, которым делегировали полномочия жители нашего города, та программа и будет работать. Ще потрібно щось додати? Ні, я думаю, що ви цілком зрозуміло відповіли. І, будь ласка, ви торкнулись програми Департаменту житлово-комунального господарства. Відтепер програма, ініціатором якої депутат міської ради Лариса Веселовська. Будь ласка, кілька слів про неї. Основною метою програми є зменшення кількості безпритульних тварин у місті Миколаїв на основі гуманного та відповідального ставлення до них. Вопрос цены программы депутата городского совета Ларисы Веселовской измеряется в цифрах 37 миллионов 88 тысяч. Тобто програма житлово-комунального господарства департаменту, вона дешевше, ніж програма депутата міської ради Лариси Веселовської. Судя по цифрам, я отталкиваюсь от тих цифр, які є у мене, то по цифрам ми дійсно бачимо суттєву різницю. Тут теж є прибуль. Тут теж програми потрібно вивчити кожному, потрібно подивитися. Ретельно розглянути. Звісно, яка програма. Что дает, какие плюсы, какие минусы, прежде чем в сессионном зале принимать решение и нажимать кнопку. Того, что каждая программа в начале, в преамбуле, похоже, что та программа для николаевцев, что та программа для николаевцев, что та программа приносит доход, что та программа приносит доход. Допустим, там 380 тысяч, там 50 тысяч, но все равно это доход. Единственная эта программа, конечно, цифры очень такие разнящиеся с программой ЖКХ. Олексій Олександрович, я перепрошую, у нас знову дзвінок в студію, давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу задати вам одне запитання. Скажіть, будь ласка, що зараз на даний момент робити? Коли в многоэтажки збираються дворові собаки, от на даний момент у нас ще сука, яка погуляла, і вона бігає, зараз буде вести щенят.
що робити з цією собакою. Я вже з весни дзвоню у ваш защиту ваш тварин. Мені тільки обіцяли два рази, що приїдемо почистимо собаку, так і не приїхали. За це время вона зараз собирається знов привезти щенят. Що робити? Скажіть, будь ласка, ваш адрес скажіть. Ну, я думаю, що наша глядачка... Варварівка, переулок Чорноморський, тут і тіла куча. Хорошо, спасибо. Я лично свяжусь с директором Центра защиты тварин, и я думаю, что этот вопрос будет урегулирован. А в дальнейшем, пожалуйста, звоните, есть горячая линия 1588, пожалуйста, сообщайте о проблемах и вопросах, которые возникают у вас. Олексій Олександрович, на минулому засіданні у порядку денному вашої комісії значилося заслухати проекти програм з вирішення проблеми безпритульних тварин у Миколаєві. Але депутат Ігор Копійка відмовився слухати презентацію програми Департаменту житлово-комунального господарства, так як її мав представляти пан Голобродський. Чи мав право пан Копійка як депутат Миколаївської міської ради на такі дії тільки через те, що йому не подобався спікер? На самом деле... Комиссия ЖКХ – самая, наверное, непростая комиссия в Николаевском городском совете. Ее я возглавляю на протяжении нескольких месяцев. Я недавно стал главой комиссии. И я вам скажу честно, что многих я не устраиваю как глава комиссии. И постоянно существуют какие-то поползновения о снятии меня как главы. Потому что я отстаиваю жителей города Николаева и правду. То, что у нас прописано в положениях о комиссии. У нас прозорая комиссия, у нас каждый житель города может прийти, высказать свою думку, свою точку зрения. Прийти саме на комиссию, так? Конечно, на комиссию. У нас открыты двери для всех жителей города Николаева, а также гостей. Может быть, кто-то рациональное зерно какое-то принесет и скажет, а вот почему в другом городе делается так, а почему у вас не делается так. Того, что когда-то мы изменили программу 90/10, которая была один раз на сегодняшний день, с Киева привезли мы уже два раза, и третий раз 30/70. Это софинансирование мы говорим. Что касается поступка депутата или его решения, он вправе принимать то решение, которое он принимает, потому что он депутат Николаевского городского совета. Ему жители города Николаева делегировали полномочия, которыми его нагрузили, наградили, и он ими пользуется на благо жителей или как считает нужным. Что касается господина Голобродского, действительно, на прошлой нашей комиссии мне не дали возможность внести в повестку дня презентацию программы департамента ЖКХ, которую должен был зачитать и представить начальник. Вы понимаете, мы переходим на персоналии. На самом деле так не должно быть. Был просто руководитель Центра защиты животных, который на сегодняшний день работает. И возглавляет Центр защиты животных. Поэтому он пришел с этой программой. Я хочу заметить следующее, что... Когда-то Людмила Ткач также приходила к нам, будучи директором Центра защиты животных, и также сама приходила к нам на комиссию с программой, и мы также сама рассматривали, и что-то меняли, что-то добавляли. Поэтому кто представляет, это вообще-то логично, того, что этому предприятию по этой программе работать. И он пришел предоставить ее, озвучить, чтобы депутаты могли услышать, кому нужно, те в дальнейшем могли взять это изучить и принять свое решение. К сожалению, да, мне не дали озвучить, вставить в повестку дня вопросы Голобродского, но я одно могу сказать, на следующую комиссию программа департамента ЖКХ-Голобродский будет вынесена в повестку дня, включена и будет рассмотрена депутатами постоянной комиссии ЖКХ, ЖКХ Майно, благоустрій міста. Зважаючи на те, що, може, знову комусь не сподобається спікер? Смотрите, на самом деле программа, голова формирует повестку дня. Поэтому программа, как Веселовской, так и ЖКХ, включена в повестку дня. И на следующий раз
будет рассмотрена. Веселовскую программу мы уже рассматривали на самом деле. И она не набрала нужного количества голосов в комиссии ЖКХ. Она была проголосована, к сожалению, голосование было провалено. Тем не менее, она находится на сайте. И я надеюсь, что в дальнейшем, что программа Веселовской, будем так ее называть, что программа департамента ЖКХ, Голобродский, будет вынесена в сессионный зал. И наши депутаты будут принимать решения по этим программам, как жить городу Николаеву, как жить жителям и гостям нашего города, как жить животным в нашем городе. А, будь ласка, які основні аспекти кожної програми і яка ціна питання? Ви торкнулися трішечки? От, я ж коснувся. От кошторець передбачений, який ви говорили. Тобто програма департаменту житлово-комунального господарства, вона дешевша, ніж програма Веселовської. Як ви вважаєте, депутати міської ради, які представляють інтереси городян, вони налаштовані на дешевше чи на краще? Вы знаете, так как иногда мы принимаем решения в сессионном зале, я не могу прогнозировать что-либо, поэтому все покажет голосование. Иногда мы принимаем те решения, к которым нужно подходить объективно, иногда не принимаем те решения, которые вообще-то, по идее, нужно было бы принять. Поэтому все акценты и точки над «и» расставит наше голосование, когда обе программы будут находиться в сессионном зале. Тобто процедура выбора программы переможеці – це голосування, так? Конечно, конечно. Только голосование может определить дальнейший путь движения города в направлении и развитии Центра защиты животных. В любом случае, что та программа будет использоваться там, в КП, что та. И саме депутаты міської ради, вони обирають цю програму переможців. Депутаты Николаевского городского совета являются законодателями и представляют закон в городе Николаеве. На сайті Миколаївської міської ради містяни зареєстрували дві петиції, які, до речі, на минулому засіданні депутатська комісія, яку ви очолюєте, Олексій Олександрович, активно розглядала. 10 серпня була створена петиція «Відлов безпритульних собак з подальшим присипанням». Автор цієї петиції – Станіслав Гадомський. А за 12 днів зареєстрована ще одна петиція проти вбивства безпритульних собак в місті та за гуманну програму регулювання їх чисельності. Авторства Світлани Лебедь. На момент виходу до комісії програма Станіслава Гадомського набрала 1460 підписів, а Світлани Лебедь – 1012. До речі, щодо петиції про відлов безпритульних собак з подальшим присипанням. Також депутати не могли дійти згоди. Будь ласка, Олексій Олександрович, що там конкретно сталося? Да, дійсно. На сайті городського совету зареєстровано дві петиції, які на сьогоднішній день по процедурі пройшли реєстрацію і пройшли голосування, где предусмотрено на протяжении, после того, как ты зарегистрировал петицию электронную, на протяжении 3 месяцев за нее должны проголосовать. Голосование должно быть не менее 1000 голосов. Поэтому одна набрала 1012, другая набрала 1460. Дальнейшая судьба петиции. Они приходят на профильную комиссию. Если они набрали нужное количество голосов, то тогда они идут дальше на профильную комиссию. Если они не набрали нужное количество голосов, они рассматриваются как обращение горожан. Они тоже никуда не деваются, но рассматриваются в дальнейшем. Петиция – это взагалі звернення, да, так? Это не программа, это звернення? Нет, это обращение, конечно. Оно просто рассматривается как обращение горожан, если оно не набрало нужного количества голосов. Набравши нужное количество голосов, оно рассматривается на комиссии. Комиссия принимает решение, что делать дальше. Действительно, у нас на комиссии на прошлой неделе мы рассматривали обе петиции. Одна петиция, к сожалению, та, которая госпожи
Світлана Лебедь? Лебедь не набрала нужного количества голосов. 1012 голосов. Нужного количества голосов в зале, где проходит комиссия. Насколько я помню, проголосовало 4, двое утрымалось. Соответственно, вопрос не прошел. Что касается второй петиции «Отлов беспритульных собак с подальшим усыплением», также само был поставлен на голосование, но по предложению одного из депутатов городского совета вопрос был перенесен на доизучение юридическим департаментом Николаевского городского совета в связи с тем, что якобы есть какое-то нарушение при голосовании. Поэтому мы отправили на юридический департамент, пускай они разберутся, дадут свой высновок, и мы на следующей комиссии, я думаю, что рассмотрим эту петицию. Если она набирает нужное количество голосов в комиссионном зале, тогда в дальнейшем готовится проект решения, и эта петиция попадает в сессионный зал и становится полноценным документом, так же само, как в дальнейшем разрабатывается, под нее будет разрабатываться в дальнейшем программа, если такое произойдет. А скажите, будь ласка, чи будуть братися до уваги ці петиції під час обрання кращої програми для вирішення проблеми? Тобто, если они не пройдут, что их брать? Мы возьмем до відома, изучим, оприлюдним, я озвучу на комиссии, что вот, да, действительно, то-то-то у нас было, чтобы жители города Николаева знали. Вы извините, все-таки 1000 человек проголосовало за одну петицию, 1012, 1460 за вторую петицию. Так что на самом деле люди голосовали, и люди ждут какого-то ответа и какого-то решения. Поэтому мы должны, по крайней мере, честно сказать им, что мы рассмотрели. Ну, так как не хватило голосов, потому что не голосовали те или другие депутаты, к сожалению, этот вопрос остановился на комиссии. Наскільки довго він залишився на комиссии? Он пока не будет снят с повестки дня. А зараз він залишається на саме на... Один вопрос на сьогоднішній день находится... На порядку денному він залишається. Да, а второй находится в юридическом департаменте. Будь ласка, Олексій Олександрович, соціологічне дослідження, чи враховується воно під час вибору кращої програми? Звісно, депутати повинні изучить. Це основне. Вони повинні смотреть і розуміти. Рішення повинно бути взвешене. Ви розумієте, при нажатті кнопки, коли ти голосуєш за, проти, утримався. Потому что ты отвечаешь за тех горожан, которые тебя выбирали, которые делегировали тебе полномочия. То есть ты представляешь непосредственно своих избирателей. Поэтому, конечно, ты должен изучить все аспекты, все за, все против, сравнить это все. И тогда целенаправленно ты понимаешь, что ты должен нажать или зеленую кнопку, или красную, или желтую. А чи зможуть містяни вплинути на цей вибір? Вы понимаете, у нас на самом деле, я вам честно скажу, по крайней мере, с начала нашей каденции, я могу сказать, что наши горожане, конечно, отрезвляющие иногда действуют на своих избранников, потому что мы имеем недавний опыт с той же дорогой на Северном, как приходили горожане, которые отстаивали свою дорогу, и депутаты вели себя совершенно по-другому. Вы понимаете, поэтому, когда люди приходят, это чуть-чуть некомфортно, наверное, становится где-то в каком-то вопросе. Но вопрос следующий. Уважаемые жители, вы же делегировали свои полномочия, вы же сделали свой выбор. И тут, получается, нужно еще ходить, ну, как бы задаешься вопросом, а все ли было так? А правильно ли делали выбор? Тобто, поки що це питання, воно, на нього немає відповіді, чи можуть впливати містяни, чи не можуть. Якщо будуть ходити, тоді можливо. Смотрите, на самом деле... У нас залишилась хвилина, Олексію Олександровичу. Містяне мають право приходити і висказувати свою точку зрения.
причем как на сессию, так и на любую из профильных комиссий, которые существуют у нас в городском совете. Их 6. Пожалуйста, приходите, все будут услышаны, все вопросы будут рассмотрены. И все питання будуть почуті і враховані, до, взяті до уваги. Ну що ж, Олексію Олександровичу, спасибі вам. Це була тема дня, часу більше немає. На все добре.